ты? Да. Все. Бонь, а ты не хлопаешь, ты просто руку поднимай. Давайте, ребят, ну хлопать, ну потому что это действительно классно. А люди готовились. Вот так. Ребят, поаплодируем. Не, вот этот Перев еще не показывал свой короткий номер, вот этот вот, это еще будет. Да, нет, сова молодец, вообще, красавчик. Итак, коронный номер от совы, давайте, подожди, куда он? Подожди, он финалист, он сейчас придет. Ребят, давайте ближе, давайте ближе. Итак, сейчас кто угадает, кого новый персонажа они изображают, получит карточку. Кто он? Давай, кто? МПС. МПС ты? Ты точно МПС? Ты именно это олицетворял в своем костюме? Держи себе корм для животного. Покорми кошечку. Ну это увеличивалка специально. Аплодисменты, это МПС, так. Давайте еще кого-нибудь быстро угадаю. Вот этот в пакетах мусорных, кто? Что? Медим. Медим? Да, правильно, да, и тебе тоже. Тебе тоже карточку. Да, правильно, да, то есть. Ну мало ли, мы думаем одного, а он другому оделся. Мы тоже уже... Он метис. Кто это? Я тоже сказал, что он из сталкера, но... Вот парень орет, не из той игры, нет, не оттуда. Не, он кого-то олицетворяет, давай. Кто это? Чё-чё? Это воин-инженер. Воин-инженер, ага. Смотрите, человек в шарфе Игоря Угольникова сейчас сразу. Воин. Воин. ДК. Это ДК, кто сказал ДК? Ленька! Уже Ленька, да мы знаем, Ленька из карты, и с карточкой, на. Лене уже, передайте, ребята, вон, Лене. Аплодисменты, Лене, это ДК, друзья, ДК.